Никакого частичного ремонта, только комплексное благоустройство. Во дворах многоквартирных домов городского округа Химки меняют все. От лавочек до камер видеонаблюдения. В программе реновации также детские площадки, пешеходные тропинки, парковки, территории для вывоза ТБО. Всего в порядок приведут 544 двора, 54 из них уже в этом году. Из них 27 было определено путем голосования на портале Добродел, и 27 будет еще определено, ну, уже определено по обращению к президенту, губернатору, либо в администрацию города, городского округа Химки. По словам специалистов, в среднем в год ремонтируют около 10% объектов, которым необходима реставрация. Если ту или иную территорию не благоустроили в этом году, значит и очередь придется на следующий. Все зависит от активности жителей. То есть, опять же, Добродел, голосование, либо обращение в администрацию. Жильцов призывают не оставаться в стороне и принимать активное участие в выборе территории для дальнейшего благоустройства. Двор, где прямо сейчас кипит работа, расположен по адресу Ленинградская, 17. Закончить ее планируют уже к 15 июня. Полностью же завершат программу к 31 августа этого года. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.